Маховыцкого Андрея Дмитриевича признать виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 317 Уголовного кодекса. На основании части 4 статьи 317 назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Считаю, что да. В принципе, мы удовлетворены, да, Игорь? Суд. Не оправдал наши надежды в лучшую сторону. Спасибо. Мы ожидали, конечно, и 4, и 3, и прочее, и 7, конечно.